Всем привет! Простите меня, что я пропала так надолго, и я вот снова вроде как появляюсь. Все дело в том, что я сейчас работаю, и мне очень сложно делать видео и, короче, быть активной везде. Вот, к большому-большому сожалению. Такая я нарядная сегодня, потому что иду на вечеринку Никс, и я думаю, что вы это уже знаете и так с названия этого видео. Сейчас вам покажу, как я выгляжу конкретно, потому что там дресс-код у нас «So girly, so cute». Мне уже очень интересно, что там будет и как это все будет. Я вам хочу показать максимально все детально, так что ждите. Это видео должно быть интересным. Поехали. Вот ненавижу зиму за это. Вот я была в красивом платьице, а теперь что? Какой-то снеговик, а не девочка. Фу. А лук я вам покажу чуть позже. Я уже на месте, наконец. Я добиралась сюда 1.5 часа, но я не опоздала. Ура! Ура! У меня нет ютуба, но я у всех, во всех блогах. Классного напиточка, потому что у меня для вас есть классные новинки. Сертов мочи именно в такую форму, мягкую. Она пружинит от прикосновения. Я думаю, что этого видео сегодняшнего дня вам будет недостаточно. Поэтому я предлагаю снять видео с еще одного мероприятия, на которое я очень надеюсь, что я попаду. Так что, если это случится, то ждите предложения. Доброе утро. Прошла примерно неделя, и вот сегодня в такую замечательную погоду я иду на второе мероприятие, и оно сегодня утром, да. Мне даже пришлось отпроситься с работы для того, чтобы его посетить. Обязательно сниму, что там будет, а возможно, и даже свою новую работу. Давайте сьогодні поговоримо, перш за все, про наш прекрасний новий бренд від Garnier Botanic Therapy. Це самая красивая уборная, которую я вообще видела, наверное. Очень красиво. Если кто не знает, что это за локация, это веранда on the river, между прочим. Я здесь никогда в своей жизни не была. Собственно, место, где я работаю. Очень красивое здание, правда? Я очень надеюсь, что мне разрешат там поснимать внутри. Цветочек теперь будет жить в офисе. Рядом с другим цветочком. Ура! А вот мое рабочее место. Пока вот оно. Но, тем не менее. Привет! Нет, что она ведь. Блин, как красиво! Класс! Вот это новая серия, да? Да. Мне что ли сделаться блогером? Да. Ну что ж, вот и подошел к концу этот день тяжелый. Я даже успела сегодня еще покрасить волосы. Да, я все снимаюсь в тот же день. Я хотела сказать, что, к сожалению, не получилось сегодня довольно-таки много снимать про свою работу. Но я надеюсь, что в будущем я сниму как минимум еще одно видео, где вам подробнее все это покажу. Также хочу еще вам снять отдельное видео, где я расскажу, что у меня сейчас в голове. Где я работала, где я работаю, что я делаю, чем я занимаюсь и почему мне не хватает времени на YouTube. Я надеюсь, что вам будет интересно и что вы понимаете, что я все еще с вами, что я все еще хочу для вас снимать. Просто пока что я реально физически просто не успеваю все это делать. Так что давайте до скорых встреч, не будем затягивать с этим всем. И я надеюсь, что скоро будет еще одно видео. Так что все, не прощаемся. Хотела сказать пока.